Морская сказка, аудиосказка. Чем она мне очень дорога? Это тем, что она очень-очень необычная. Ее необычность – это в том, что она такая вот жизнеутверждающая, жизневажная, я бы так сказал. Потому что я, взрослый человек, встречаясь с ней, просто попадаю в мир сказочный, который моему сердцу становится очень важен. То есть эта сказка чем необычна, тем, что она не только для детей. Она для каждого. Это очень здорово. Чем мне она еще ценна? Тем, что там добрый сказочник эту сказку рисует, прямо вот рассказывая, рисует ее интонациями. И вы знаете, вот его интонации — это просто, наверное, такой восторг. Как он, рассказывая сказку, вот, приглашая в нее, вот, ведя как бы меня, слушателя, просто знакомит с этими морскими просторами, я бы так сказал, с теми героями, которые там живут. Вот, слушая, просто восторгаешься, окунаешься, всем сердцем начинаешь жить, что ли, там. Нравится тем, что морские герои, с которыми я знакомлюсь, они такие настоящие. И когда сказочник о них рассказывает, знакомя меня, слушателя, с ними, очень поражает, что акцент делается на то, какой у него характер у этого героя. Какой он, что он любит. Это очень интересно. Получается, знакомишься с ним уже вот с таким вот, ну как бы от сердца к сердцу, что ли, от души к душе. И все они очень разнообразны. В этой морской сказке живут настолько яркие и очень такие вот колоритные герои. С каждым, знакомство с каждым из них — это очень интересно. Еще приводит восторг сама дружба, сам посыл дружбы этих героев. Я бы, ну, наверное, так сказал, потому что они дружат во имя того, чтобы волшебство, оно проявлялось. Их дружба, она сама по себе волшебная. Их взаимоотношения очень интересны. Вот в этой сказке они прямо явны. Еще там, в этой сказке, есть еще один герой, дельфиненок. Чем интересно то, что этот дельфиненок, герой, он такой, дарит образ, наверное, учебы. Он учится у других героев. И так вот его сам, как он это делает в этой сказке, это тоже очень увлекательно, очень интересно. Сам характер, тоже знакомишься с его характером, и вот с его таким посылом сердца. Мне это очень понравилось. Сказка мне еще очень нравится тем, что там много-много образов. Образы дружбы, образы отношений, образ дня рождения. Ну, вот такая волшебная сказка, вот, которая вот живет, такое волшебство. Вот я не встречал нигде, чтобы образы, они раскрывались. И такие образы, которые, наверное, вот людям, ну вот мне, человеку, очень ценны. И очень хочется вот как-то с ними знакомиться и вдохновляться. Она волшебная, эта сказка. И очень ценно то, что сам комплекс морской сказки, у него не только аудиосказка, конечно, есть, а там столько замечательных составляющих, которые, ну, создают целый мир сказочный, мир морской сказки. И книжка, раскраска, и мягкие игрушки, и аккомпанементы, и видеофильмы. И благодаря этому сказочный мир, он приходит в гости каждому слушателю, и морская сказка, она становится такой полноводной, такой настоящей сказкой, где можно вот всей семьей, с родными, с друзьями окунуться и пожить там. Побывать в гостях, наверное, я бы так сказал. Спасибо огромное сказочному миру, что есть такая сказка. Такая светлая, добрая, позитивная. Спасибо.